Всем привет! Сегодня в нашем видеообзоре живая география от торговой марки «Знаток». Звуковой плакат рекомендуется как для мальчиков, так и для девочек от 3 лет. Карта размером 53 на 58 сантиметров. Изготовлена из картона и пластика. Плакат состоит из разноцветной карты с сенсорными кнопками и блока с динамиком и отверстием для батареек. Карта очень увлекательная, она поможет вашему малышу узнать больше о нашей планете и обитателях, которые ее населяют. Карта работает от батареек размера 3А. Три батарейки идут в комплекте. На плакате есть 6 кнопок управления и множество кнопок на самой карте, возле животных или географических объектов. Давайте включим карту. Привет! Нажимай на кнопки и знакомься со своей планетой. Снизу находятся кнопки плюс и минус. Они регулируют громкость. Также здесь есть изображение с разъяснением функций кнопок, которые находятся в правом верхнем углу. Первая кнопка включает и выключает плакат. Привет! Пока! У плаката есть 3 режима. С помощью остальных кнопок можно здесь его выбрать. Нажимай на кнопки рядом с животными. Это звуковой, пояснение, а также экзамен. Можно услышать краткий рассказ. При нажатии на каждый из них звучит короткое объяснение, как он работает. На своей родине, в Китае. В режиме звука, если вы нажимаете на любую кнопку на карте, то услышите название географического объекта или название животного и звуки, которые оно издает. Дельфины спят по особенному. В режиме пояснения ваш ребенок узнает интересную информацию обо всех объектах на карте. А в режиме экзамен звучат различные вопросы и задачи. Плюс у плаката водозащитная поверхность и встроена функция автоматического выключения. С помощью плаката вы сможете развивать у ребенка внимательность, моторику пальцев, слуховое восприятие и расширять общий кругозор. На этом на сегодня все. До новых встреч!